Для начала хотелось бы напомнить, что в правилах означенности требуется несколько определенных источников. Требуется как минимум два. Они могут описывать одну точку зрения, могут описывать разные точки зрения. Но должно быть несколько источников. Соответственно, это требование есть и при объективной реальности. А второе, возвращаясь к другому ранее, хотелось бы сделать такое предложение. Коллеги, у нас используется слово «значимость», которое многие понимают неверно. Точнее, многие понимают правильно, мы его неверно используем. То, что в Википедии называется значимость, это критерии включения в энциклопедию. И когда я сейчас стараюсь подводить итоги на КУ, я пишу, это не соответствует критериям включения в энциклопедию. Я не пишу, что это незначимо. И, соответственно, я не указываю, что эта статья возможно незначима. Возможно, она не соответствует критериям. И давайте все-таки приучаться говорить более четко. Возможно даже переименовать правила о значимости в правила критерии включения. Чтобы к нам не говорили единичные цифры и буквы. Да. Потому что это всегда объективно, и нам не будут говорить, что ну как же так, это же предмет очевидно значим. Я говорю, да, значим. Ну вот чтобы избавиться вообще от слова значимости. Чтобы говорить, что вот есть критерии, а они не соответствуют. Да. В общем, да, это не знаю, что здесь последний дело. Не помогает? А? Не помогает. Не помогает. И это вот плюс Википедии, это большой плюс. А вот энциклопедичность – это тоже настолько эфемерное понятие, потому что Википедии грешат тем, что в них, что надо писать, создавать аналоги существующих энциклопедий. Там есть масса предметов, которые не включены в них, значит, или затронуты как-то вскользь, совершенно под таким ракурсом. Ну, так сказать, у нас выпадет столько предметов статьи, что это просто катастрофически скажется на Википедии. Мне кажется, что это неконструктивно. Что введение критерия только именно энциклопедическая жесткая значимость, жесткая регламентация. Именно общественная, какая угодно, научная, да еще какая-либо значимость. Критерия значимости у нас описано. Элементарно давно, я как уже описано. Все, вот там ничего не написано. То есть слово значимость, как Сергей неверно сказал, просто-напросто вводит в заблуждение на самом деле. Почему? Нет, это определенно. Если не описано, значит, если не описан предмет, но пытается о нем написать, тогда не надо писать о нем. Не надо. Но есть такое понятие, как стар. Ну, вы запишите, заявите тему, сошлитесь на то, где это описано, и все, дальше пусть кто хочет дописывает. Предмет есть, он описан, все, вперед. Попросту говоря, если я вам никто не писал, то это никому не интересно. А если это никому не интересно, зачем это включать в Википедию? Ну опять вопрос источников. Есть источник? Вот, а вопрос энциклопедичности тоже очень субъективный. То есть получается назначать какие-то определенные точки, вехи, которые присутствуют в любом значимом вымышленном мире, и отсутствуют точно незначимые. Их определить, и тогда уже следующий использовать как шаблон при определении. Нет, все-таки определить вехи. Вехи очень простые. Если это кто-то уже описал, нет, она уже давно не используется. Вот описал и все. Вот, допустим, говорят, фильм должен собрать мнение миллиона долларов. Это уже верно? Честно. Ну, ее нет у нас правила, но она почему-то... Я пытался написать такие... Где это у нас написано, извините? В одном из непринятых правил, спасибо. Вот оно потому и не принято. Я объясню, почему оно не принято. Нет, это этим мотивировал человек, который... Ну, мало ли кто чего там мотивировал. Удаление в отсутствии значимости, потому что фильм не собрал миллион долларов. Это знаете, там как в том анекдоте. Он это чем-нибудь мотивировал? Ой, Василий Иванович, и меня мотивировал, и тебя мотивировал.
С вымышленными номерами проблема следующая. Есть проект правил. В нем собраны более-менее какие-то критерии для оперы, музыкальных выступлений, для фильмов, художественных фильмов. Но проблема в том, что эти критерии настолько жесткие, что даже при самой мягкой трактовке они настолько жесткие, что большая часть статей у нас просто-напросто уходит. Мы не можем предложить никаких критериев для персонажей вымышленных миров. То есть у нас сейчас действует общий критерий значимости, его называют слишком жестким. Предложите другие критерии. Слишком жесткий, не мне мог столько отчетов. Считается, что он все равно... Если он жесткий, хоп, удалили все такое. Вот эти модули все равно. Под это мнение вообще регулировать. У нас нет критериев значимости серии сериалов. У нас нет критериев значимости самих сериалов. У нас нет критериев значимости героев. Сегодня нет. Если у вас есть идея о том, как отличить значимые сериалы, фильмы, герои, мультфильмы от незначимых, то тебе просто перенесу. Общественный резонанс. Общественный резонанс. В чем его изменение? В каких попугаях? Например, количество сервисов публикаций в литературе. Это называется общая часть поговорения статьи о списке героев. Дело в том, что этого критерия часто недостаточно. Возьмем какой-нибудь аниме. О нем есть 4 публикации на Anime Database, еще в одной онлайн-энциклопедии и одна публикация в какой-нибудь японской газете. Как это оценивать с точки зрения ООКЗ, общего критерия? Может быть, имеет смысл в данном случае смягчить критерии для них? То есть тогда для этого конкретно надо сделать, может еще недостаточно. Тогда надо указать, что мы считаем достаточно. Считаем ли мы достаточно публикацию в Anime Database? Считаем ли мы достаточно публикацию в Anime Database? Не нашлось человека, кто сказал, если вы сможете сказать. Серега, по-моему, нужно это там описывать не то, чего так взяло, а то, кто взял взнос, сближаться источника. Любого. Минимальные требования? Это вроде минимальные требования, да. Нет, это тоже возможно, но я сомневаюсь, что люди не будут. Потому что требования, которые у нас есть, они выполняют двоякую функцию. Во-первых, они отфильтровывают, как в случае ВПГ. Во-вторых, они позволяют четко установить, что не нужно выносить там, например, ученого на удаление, если он там человек корреспондент наук, академии наук. Все. То есть наличие четких критериев оно всегда помогает. Минимальные критерии, основанные на таком эфемерном понятии, как авторитетность источника, в случае онлайн-публикации, это всегда полностью. Нет, Серега, ты меня не понял. Это самое авторитетность источника мы отправляем повод. Считается она, как говорится, обязательно по умолчанию. Но как в том прекрасном режиме охраны написано, что это самое, что источник, который только излагает сюжет, значит, не показывает. Вот что должен, вот нам задача описать, что должен показывать, излагать источник для того, чтобы мы могли признать. Вот объект значимости. Уважаемые коллеги, в 7 часов здесь начнется другое мероприятие, поэтому сейчас 2-3 минуты выступления и на этом заканчиваем. Коллеги, я как человек, имеющий некоторое отношение к энциклопедиям, могу ли себе выступить такой, какой я подойду, а то энциклопедичность — это здорово, конечно, но как вы думаете, почему Википедия победила все бумажные энциклопедии общего профиля? Да, вот я год назад имел беседу с директором Терры, который тоже выпускал бумажную энциклопедию. Они сказали, что мы отказались от издания каких-то энциклопедий просто по причине существования Википедии. Это приватный разговор был, но тем не менее. Да? Теперь у меня есть такой опыт.
читали старые энциклопедии, про Кауза и Фрона там, и так далее. Энциклопедии той поры, когда не было выработанных критериев энциклопедичности, насколько их приятнее читать. Да, как источник информации, жесткой такой информации, на которой можно положиться, они, наверное, менее достоверны, чем большая советская энциклопедия. Но как тексты, которыми приятно оперировать, которые хорошо считаются, которые, в конце концов, тоже несут полезную информацию, да, полезную. Я обращаю внимание, что между пользой и энциклопедичностью есть разница. И не тешьте себя иллюзиями, Википедия – это не энциклопедия. Как только она станет снова энциклопедией, она погибнет, как погибла Британика и энциклопедия Терра и так далее. Нужно, конечно, вырабатывать какие-то критерии, но оставайтесь все-таки на этой зыбкой почве полезности, а не энциклопедичности. Пока вы пишете статьи про смешариков, вы интересны, потому что в большой советской энциклопедии никогда бы не вошла статья про смешариков. Как только вы начнете вырабатывать критерии, да еще и количественные, по поводу вот таких вот вещей, да? Ведь смешарики – это мистика все-таки. Вы попадете, наступите на те же грабли, на